Приветствую вас, дорогие друзья! И если вы видите вот эту разницу в росте, наверняка уже догадались, что речь сегодня пойдет о баскетболе. Спешу представить вам Тадос Сточкус, правильно? Да, все верно. Баскетбол в Ленинградской области достаточно активно развивается, и законодателем как бы всех мод и развития является Всеволожский район. Наша школа интенсивно сотрудничает с системой «Зенита» и старается подготовить игроков и для сборных областей участвуем. И наш район является лидирующей позицией в Ленинградской области по всем первенствам по баскетболу. Другими словами, именно здесь Тадос Сточкус и его опытная тренерская команда закаляют лучших баскетболистов Ленинградской области. Кроме Всеволожска, отделение школы Олимпийского резерва готовит спортсменов в Сертолово, Мурино, Кудрово, поселки имени Свердлова, Гарболово, Буграх и деревни Новая Девяткина. У нас много хороших команд. Из последнего это команда юношей 2007 года, которая играла на финалах России и попала в первую десятку, что это очень хороший результат. По остальным возрастам точно так же мы участвуем в первенствах России. Не всегда удачно, но это чисто пока нехватка опыта и готовности. Но я думаю, что в перспективе результаты будут только улучшаться. А для этого нужны не только первоклассные наставники, но и усердные тренировки. Как вы можете видеть, у ленинградских баскетболистов в наличии есть все необходимое. Возьмите два мяча, встаньте на штрафную. Поехали с двумя мячами, 50. График очень плотный, тренировки бывают, что по две игры в день на выходных попадает, да, так что пытаемся делать два состава, где послабее, где посильнее. В общем, график очень плотный у ребят. Мне нравится. Класс, друзья, вы видите, что ленинградский баскетбол в надежных руках. Думаю, что все громкие победы еще впереди обязательно. Тем более с названием «Драконы», ну прям вот грех всех не обыграть.